Привет, любители игрушечных страшилок, с вами, как всегда, Андрей Доцент, и это... игра про этого игрушечного засранца, я даже не знаю, как это называется, знаю, что в переводе это как-то болтун там, в общем, как-то так переводится, все, забыл я название игры, в принципе, тут даже эскейп открывается крайне, знаете ли, странненько, ну а что делать-то, иного не предусмотрено, хватаем, короче, фонарь, погнали дальше, охренеть, начали просто, да, и говорит, что-то, говорит, там снаружи есть, кто-то хихикает у нас там. Ой, это просто... Угу. Говорит, где-то здесь. Так, ну ладно. Давайте посмотрим. Угу. Моя, говорит, любит тебя. И угорает, ё-моё, а? Это кошмар просто. О! Нормально, теперь их двое. Сегодня... Вот, Telltale, вот, короче, название, собственно, название игры в честь вот этой вот игрушки. Заметьте, их причем две стало, это какой-то ММДМС прямо, ей-богу. Ну, вы даете, ну, давайте возьмем одного. Смотрите, причем... Нет, мне кажется, или... Обалдеть, а? Просто у яйца уши выросли и... Хвост, господи, такие звуки, такое эхо. Спрячьтесь и наблюдайте, дотронитесь... До друга, чтобы начать игру. О, игра какая-то. Так, что за игра? Не шумите. Выживите 30 секунд, пока там шум, короче, какой-то. Ах ты, зараза. Тихо, 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 тихо. Да ж свети ты. 30 секунд. Тут, короче, мамани где-то... Ой, Иди нахер! Так. Все. Фу. Отлично. Яйцо осталось. Он, походу, сам тут отложил. Так, давайте подберем. Подобрали какое-то яйцо. Ой, кошмар. Так, ладно, ну пока что, знаете ли, пока что не сдохли, да? Пока что все более-менее нормально. Главное вот это вот опасаться, глаза стоят тут вот как у мамани там или кто, которая вырубает свет и двигается тогда, когда на нее не смотришь, как бы. Угу, а вон он, второй. Найдите его, да нашел. Обалдеть, надо же такого было накупить. Я-то думал, тут одна вот это вот одно это яйцо будет с ушами. А тут, оказывается, их вон сколько. Охренеть просто, оптовая закупка. Чтобы у ребенка совсем крыша поехала. Обалдеть. Жрать хочет, ой, скотина. Так, ага. Ищите. Так, погодите, давайте-ка мы сначала его накормим. Накормим. Зарядим. Обязательно. Ой, зарядим. Расчешем, зарядим. И потом начнем игру. Потому что, видите ли, у нас батарея, там все дела, как-то показатели, но не очень. Нам бы не помешало... Аккуратненько. Подзарядиться, так сказать. Так. Ну, слава богу, светло. Ну, когда вот это вот появляется, там, мамани вот это вот какого, то все, короче... Свет надо вырубать, но ненадолго, иначе как бы этот начнет сыкаться, мелкий у нас этот вот фиолетовое яйцо это с ушами, и это, считай, я не знаю, что там будет, ну, по всей видимости, надо убегать, потому что иного как бы не дано. О, давай, ешь. Фига себе, накормили, офигеть, у него еще пищеварительная система какая-то есть, по всей видимости. Кошмар. Давай играть. Так, без шуток. Выживи теперь одну минуту. Так. Говорит, одну минуту выживи. Ага. Так.
Тихо. Пошли. Это что это за рожа была такая? Оказывается, блин, это реально, это просто надо до такого додуматься. До такого додуматься, чтобы купить ребенку вот это вот. Чтобы вот он однажды ночью проснулся. Так. Ой. Я так и понял. Ага. Тихо, 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 тихо. Короче, по звуку. О! Тихо. Тихо, тихо. Он за нами идет. Так. Ага. Понятно все. Тихо, 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 тихо. Блин, скорее бы эта минута бы. Скорее бы эта минута. Да сколько ж можно? Жрать хочет, а? Кошмар. Слушайте, да я так понял, тут никого не убивает. Тут просто эта игра. Короче, ребенку купили набор из трех яиц. Короче, первое с собой носит. Ну как эти вот игрушки яйцевидные. Первую, короче, с собой носит он как бы, да? Главный игрок, по сути, он как бы. Второй как бы участвует в задании, отчет идет. А третий, по всей видимости, ходит и ищет его. Ну, никого не убивает. Это просто игра такая. То есть, сынок, ты от меня только отстань, там сказала мама, да? Ты от меня отстань. Вот тебе три игрушки. Играй строго ночью, просыпайся в 2 часа, там, в 3. И я обострись, короче, на счастье в детстве, чтобы у тебя была душевная травма на всю жизнь. Потому что я не знаю, как объяснить еще такое действие. Найдите его, говорит. Ну, понятно, в шкафу теперь, охренеть просто. Ага, нашел, нашел я тебя. Да, нашел. Че, ага. Опять. В прятки играем. Надо зарядиться, короче. Давайте зарядимся. Охереть просто. Ночь. Ночь на улице. Родители, хер пойми, где гуляют. Просто таки. Ладно, этот-то это самое, да, вот фиолетовый. Ну, тут этот вот, который ищет с глазами, я не знаю, это караул просто. И главное, ребенку мало говорит, еще хочу играть ночью, чтобы мне вот посреди ночи вот такая рожа вылетит. Это там, знаете, там даже если взрослому человеку посреди ночи вот такая вот хренотень в рыло вылетит, я не знаю, там моментально из трусов все подряд посыпется. Это же жуть просто. Короче, не знаю, как вы. А я, короче, начинаю игру. Просто кошмар какой-то. Ой, блин, а! На ночь только вот в такие игры играть. Ага, не шуми. Ой. Везде нахер свет отрубило. Бай-бай, говорит. Ага. А их теперь две, короче. Охренеть просто. Ага. Так. Не шуми. Так. Блин, а как они, как, я не знаю, по какому принципу они вообще вылетают? О, смотрите, а перезарядка-то идет как бы. Слушайте, а если я буду, короче, вот здесь вот сидеть? И типа это самое, вообще срал как бы на все ваши эти вот. Смотрите, ссыться, а. Обосрался. Так. Слушайте, а что если реально вот так вот взять, вот в угол встать, короче? Стратегия номер один. И просто не двигаться. Каков будет результат? Ага. Короче, чё-то у меня такое чувство. Ага. О!
Ага, понятно. Короче, в глаза смотреть типа не надо. И в то же время, если не смотреть, то он за тобой идет. И, блин, хер поймешь вообще, что тут делать и какого хера тут вообще происходит. Охренеть просто. Да хватит тут трясется. Угу. Так. Ах ты, скотина, хорош. Ой, блин, а. Ой, блин. Да хорош. Так. Так. Ну, я, короче, себя просто сейчас в угол конкретно зажал. Ага. Так, уходим. Ну, я, короче, как сумасшедший ношусь тут. Жри давай быстрее. Ой, блин! Так. Тихо. Ой, блин, у него то чешется, то... То еще что-то. Ну все. Караул. Начешите меня, говорит. Посреди ночи орет. Блин, а? А все? Тут как бы все ясно. То есть у них, видимо, от страха. У него от страха, видимо, все показатели. У него, короче, и чесаться сразу начинает, когда ему страшно. И жрать хочет, и батарея на нет сходит. Понятно. Надо просто убегать от этих. Куда подальше. И все. А может быть и не потребуется никуда убегать. Че, он здесь что ли где-то ездит? По всей видимости, да. Не, ну слушайте, у меня еда прямо быстро уходит. Слушайте, еда вообще прям моментально уходит. А что за звук такой, как будто... Знаете ли... Ага. Где-то тут, да, прямо? Хотите? Пошли-ка вы нахер. Давай. Но он жрать хочет, а? Жри давай. Так. Так. Расчесывай. Расчесывай давай. Так, давай, все, приди. Я понял. Я понял намек. О, выжили, выжили. Блин, опять, а? Говорит, опять надо найти кого-то. Где он? Ах, ты зараза, внизу, говорит. И сколько ты мне сейчас хочешь предложить выживать? Ну, тут, в принципе, все тут как-то немножечко... Однообразно, что ли? Я бы сказал. Батарею, говорит, надо вот зарядить. Но самое, что интересное, вот здесь вот. То, что вот когда наступает ночь, его надо вот успевать просто вот еще там начесать, расчесать там, зарядить, накормить. Охерительная игра на ночь. Угу. Где ж ты там? Где же ты там у нас ходишь? Наверху, что ли? Так. Походу тут. Нет, тут вряд ли... Ну, тут прятки, вот реально прятки. Только сначала я ищу его, а потом меня ищут. Кстати, тут яйца вот есть же, кстати. Яйца. Давайте яйца соберем. Во, напкин.
какой-то собрал. Угу, да. Караул. Просто кошмар. О, яйцо. Вот, а тут все как Дэвид Джонс сыграл у нас. Со шкатулкой печально так и играет. Все вспоминает. Бедолага. Так, тут у нас... ничего. О, есть, есть. Давайте еще соберем. Вот, отлично. Ну так, немножечко собираем. Может быть, на что-нибудь и соберем. Только сначала давайте-ка расчешем его. Давай-ка. Оп. Все. Нормально так? Поедим. Ага. Ну что, отправляемся вниз. Где-то тут находится тот, кого мы ищем. И тут наверняка тоже есть эти яички. Яички? Где они у нас? Ага. А тут, кстати, по-моему, закрыто было. Разве нет? Здесь у нас, по-моему, закрыто же было. Интересно. Вон, и яйцо, говорит, оставил. Так, это что такое? Все. А, надо это, с тобой потрещать. Ты нашел меня, говорит. Ну, сколько теперь? Возьмите... О, кассету. Ни хрена себе. Да, кстати, я знаю, в спальне там есть этот же. Включить его, типа. Да давайте зарядим прямо на ходу. Почему бы нет? Давайте посмотрим. Мне вот просто интересно, все это к какому логическому концу ведет вообще? Что мы получим-то? В конечном итоге. И может быть, погодите, давайте посмотрим. Может быть, яйца где-нибудь есть? Я не знаю, может быть, что-нибудь найдем. Так, ну тут все ясно. Тут как бы закрыто. Может быть, за этим есть? Нет, за этим нету. За этим нету. А тут. А тут тоже нету, по всей видимости. Тут что-то есть? Нет, это не активно. Я думаю, если бы это было яйцо, мы бы смогли бы как-то это активировать. Ну, давайте еще раз. Зарядимся, так сказать, наверняка, чтобы. Угу. Нормально. Ну, погнали, посмотрим, посмотрим, что у нас тут. Так, надо ему перекусить что-нибудь дать. Обалдеть, а. Едой кормим пластик, охренеть просто. Расчешем. Так. И вот, по-моему, кстати, этот же. А, нет, в комнате. В комнате, вот. Сейчас будем, по всей видимости, фильмец «Звонок» смотреть. Вот этот вот есть, которое. И раздастся звонок 7 дней. Загрузка? Ни хрена себе. О! Камера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хранилище, мама, яйцо. А, переключаться можно. Ничего себе. Так, что это такое? Вот реклама, глаза, стороны. Это что это вообще за хрень такая? Вот мама, ну рожа, конечно, страшная просто. Что это такое? Что это вообще творится? Мне кто-нибудь скажет вообще? Продукт? Танец какой-то. Что творится, ребята? Вообще какая-то наркомания пошла. Блин, охренеть просто. И чё, пузыри ловим? Угу. Так. И чё? Что это такое? Загрузка, говорит. По всей видимости, мини-игра какая-то была, я так полагаю, да? Которую мы торжественно профукали. Все, Рождество, говорит, как бы уже на носу, я так полагаю, да? Ага, возьмите этого Тейла. Блин, охереть! Ой, кошмар, а! Давай ты! Ага, поднял. Возьмите его, отнесите куда-то. Куда? О,
ребята, тут что-то как-то... Однако темновато стало. А давайте-ка яйцо соберем. Что-то тут, смотрите, совсем... Просто кошмар какой-то. Блин, а. Слушайте, вот эти вот... Хи-хи-хи-хи-хи! Может, вот реально крыша поехать просто. Еще подарок. О! Ни хрена себе! Расчешем. Офигеть, вы гляньте. Они что, пачкуются, что ли? Охренеть, просто подарочки, да? Кошмар. Так, ладно. А чё? О, ну это хавка, она, знаете, она тут вообще, что есть, что нету. О, мама еще как назло свечки купила. Все, поставила свечку за нас. Так, а тут закрыто, заметьте, смотрите, тут как бы закрыто. То есть ни хрена нельзя ни туда, ни сюда. Тут не постучишься, остается идти только сюда, как бы. Охренеть просто. Тут еще собак у вас нет. А кто стучался, кстати, тогда? Кто-то же ведь стучался. По всей видимости, пес. Он, наверное, тут тоже малость в шоковом состоянии. Ой, а что это такое сейчас было? Ой. Так, да хорош. Открываем, спускаемся. Понятно, теперь мне надо попасть вот, вот сюда. Ну, понятно теперь, почему у нас это было как бы все тут вот здесь вот. О, ребят, да у вас тут целый кооператив, я вижу. Ни хрена себе, да вы гляньте их тут сколько. Красный, синий, голубой, выбирайте цвет любой, это караул. Еще кто-то там пялится, походу, из этого. Охренеть просто, это с... Кошмар! Заряжай! Ох ты, ни хрена себе! Найдите друга! И все, и приехали. Не включить! Ничего! Я знаю, где друг. Я же как раз его распаковал, кстати. Только мне сейчас надо, видимо, уворачиваться, я так полагаю, да? Я знаю, я... Так. Так. Идите-ка вы нахер. Вот. Еще один дурак мне в команду. Да что же это за хрень такая, а? Давай, чешись. Чешись быстрее. Кошмар. Так. Короче, я не знаю, как вы, а я нахер... Погнал отсюда. Все, что ли? Ой, хорошо-то как, а? Охренеть, они тут все, короче, просто... каждый у них бахнутый тут. Че? О, нормально. Еще, еще, говорит, найдите в гараже еще. Ох, ты ни хрена себе. Ну, вы вообще сумасшедшие просто. Обалдеть, я вообще в шоке просто. Это ж надо же до такого додуматься-то, а? Вот реально, вот это... Ой, да. Ну чё, последний кто у нас тут будет в гараже? Опаньки. Чё-то мне такое чувство, что ничего тут гладко не пройдет. О, голубенького, что ли? Ага. Так, его надо, короче, накормить срочно. Его надо накормить срочно. Быстрее ты жри, давай. Так. Все. Отлично.
Двигаем. Но. Давай, вот стул же. Опа-на! Все. Подберите. Кого? Подобрал. И найдите. Кексики, говорит, найдите. Чтобы начать. А они на столе, короче, я понял. Ой, пошли нахер. Пошли нахер. Я знаю, они на столе, вот тут вот. На столе, я их видел еще в самом начале. Так, все. Положите на красную чё? Говорит, на красную эту положите. А, вот. Сюда, на коврик. Найдите свечи. Понятно, свет какой-то. Слушайте, мы сейчас тут, походу, пикник устроим. Только мне вот эта вот ситуация вообще не радует. И чё? Найдите, говорит, свет. А ну, может быть, здесь? Я потому что не знаю, где еще искать. Ну что ж так все через задницу-то, а? Ёлки-палки, ребят. Ну нельзя так над людьми издеваться. Ну нельзя же ведь. Ах ты, зараза. Так, жрать хочет. Господи, какие же вы это самое, а? Это же кошмар. Как такими можно быть? Ну подбирай ты эти свечи. Он не хочет подбирать. Он просто не хочет. Ага. Все. Слушайте, а может быть эти свечи, которые есть, они находятся в комнате? Какой свет вообще? Какой-нибудь этот. Найдите свет. Ну вот, блин, только свечи как бы подходят тут вот. Ибо ничего другого я пока сообразить не могу. Но может быть внизу есть что-то такое, что мы ищем. Вот свет. Что еще вам надо? Какие-то, а, им свет принеси. То принеси, и это принеси. Может быть здесь что-нибудь найдется? Так, книги, книги. Бухло вам притарабанить, походу, надо, да? Я не знаю, что. Ой. Жуть просто. Угу. Караул. Все, его еще расчесать надо. А это будет не скоро. Так. Жрать хочет, есть хочет. Все быстрее ешь. Так. Давай, расчесывай ты, сука, ж тебя можно, а? Вот! С елки за... Ух ты, них. Хрена себе. Все. Нормально. Живем. Быстрее несемся. Так, есть, короче, огни. Огни есть. Блин, а я почему-то со свечками спутал. Так. Что еще? Вот. Хватай, 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 хватай. Быстрее. Быстрее ты беги, пока тут все медным тазом не накрылось. Ну что, сейчас надо будет еще что-нибудь принести. Так. И их надо будет, естественно, еще и поджечь. Так. Ой, мы тут сатану, походу, вызывать будем. Так. Так, все.
присоединиться. Во, присоединяемся. Давайте, колдуем. Зажгите. Зажгите свечки. Опа-на. Так, опаньки. Во. Слушайте, ребенок сатанист, походу. Так. Что теперь? А, вот. И пленку, короче. Вот, и отправимся в мир аниме, я не знаю. Портал открываем. Так, загрузка идет. И что? Больше никаких мам. Переживите ритуал, говорит. Это что, ребят, творится вообще? Где родители? Просто вообще жуть какая-то. Говорит, переживите ритуал, говорит. Мама украла свечи, найдите их. Картина Репина, приехали. Кошмар, вот теперь свечи мне эти искать. Ой. Так. Иди к маме, говори. Так. Тихо. Ага. Так. Блин, слушайте, вот, короче, свет включать вообще не вариант. Я так понял. Вообще не вариант. Где свечи? Ну и чё ты смотришь на меня, Риддик? Терминатор, господи. Каких только нету. О! Разбить вазу. Ох ты, нихера себе я разбил, называется. Да. Однако, круто получается тут. Ой, жуть просто. Ладно, друзья, давайте, думаю, здесь мы закончим на этом. Мы продолжим уже переживать этот ритуал сумасшедшего в следующей серии. Спасибо, кто смотрели, ставили пальчик вверх, подписывались, делились ссылочкой. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока.